Казя-базя. Какой шанс, что вот там за компьютером сидит человек с таким ником? Это ужас. Это же просто ужас. Чат, мы колдуна будем еще пикать или нечестно уже? А, колдуна заблокировали. Ладно, пора блокировать Пуджа. Там фпшнули героя, поэтому там, ну, когда в первую секунду пикают героя, это всегда Пудж, надо забанить Пуджа. Норм пятерку, плиз. Он не знает! Он не знает! Он не знает! Он не знает! Никто не знает, что пикать. Супер сложно. Ладно, лесной шар. Три урона крысе надо обузить, пока не пофиксили. Пиздец. Как я в этот драфт буду играть? Что вы напикали? Там же ФП-дровка. Какого хуя после этого стикеры? Слордар. Пизда, это же вообще неиграбельный драфт для виспа. Ёб твою мать, это пизда. Какой ужас. Ну ладно, линку какую-то. Еще на... Вы умалишенные долбоебы, что вы напикали? Ну как вчера я к старому на стрим зашел, там такие же драфты мощные были тоже. Четверка Террорблейд метовый на 11 тысячах. Ну, после мидгейма у нас ноль шансов убить этот пик вообще каким-то образом. Там придурок Нагу Ваксу вас. Гоу, гоу, давай, поехали, брат. А, нет, Аксла с пиком, по-моему, ваш. Я с вами не общаюсь, блядь, не разговаривал больше никогда давай, с вами. Давай. А что такое злое? Что мы сделали? Что я не хочу просто с вами разговаривать. Блять, 11500 порядок, почему они такие конченые? Мне грустно. Мне правда грустно становится. Ты болеешь чем-то, Накс, страшно, да? Выздоравливай. Мне уйти, ну как ты взял? Недоразвитые ебланы, это пиздец. Там есть кто-то. Там кто-то. Там есть кто-то. Вот, чё, блядь, встань сюда, дебил, блядь! Нет! Ты, блядь, мороза красный, нахуй! Да, блядь, чё ты обзываешься? Полудурок ебаный, блядь! Боже мой, какие они отсталые, охуеть! Ты почти угадал. Охуеть. Юблан, блядь. Не обзывайся уже, заебал. Чё ты такой злой? Ну даже ты ёбнутый, блядь, дебил. Ну ничего страшного, это не повод обзываться. Парни, руну. Давай. Все, вторая попытка, темп. Сосать хуй? На нахуй, иди отсюда. Убрыся, урод, блядь. Не обзывайся уже, ты меня достал. Я вообще реветь буду. Парни, а почему я взял аккаунт 11500 поряда, и меня к сумасшедшим долбоебам закинуло? Как это работает? Не, ну просто цена сошли нахуй все. Представь, блядь, сидеть нахуй 150 игр, блядь, не разговаривая. 150 игр не разговаривая? В этот раз решил заговорить. Чтобы поорать какой-то поеб... Да ты умный просто парень, я вижу. Бля, он ни одного крипа не смог забрать. Ебать, у меня как там код, блядь, азбука Морзе, ёб твою мать. Какая нахуй азбука Морзе? Что этот сумасшедший придурок несет вообще? Только что, короче, кликал типа по КМ, и у меня азбука Морзе началась, там еще идет. Не кликай больше. Окей, пока. Ебать, пизда. Ты, наверное, бля, надо на косарь возвращаться, это же люди просто сумасшедшие ебанаты. Ты что сделал? Ты что ли конченый, я, они же просто тупейшие в мире. Это тупейшие люди на планете. Помоги мне. Ладно, не помогай, я сам справлюсь. Ты не помочь уже. Мадина мне нахуй не нужен, жрать не готовит. Эй, долбоёб, так а не только перед богом. Я без второго левела, не хочу агрессировать. Ебать, скелеты хуярят, нормально, резко восстановил, пойдет. Пойдет. Но это скелетики. Нормально, чё-то это резко восстановил. Чтоб комфортнее было стоять. Все хорошо. Ну мне первым же кем-пом ебучих троллёв закинуло, это же просто пиздец.
самый худший кемп, который в целом есть в лесу. Бей. Ебанат отсталый, который реально придумал добавить троллям призыв скелетов, должен быть уволен нахуй. Это просто пиздец. Все хорошо будет, друг. Мы проебали линию, у нас как там выкончено. А как можно проебать на Аксе линию Нагиа? Потому что Бритв не чил, без второго идет нападать, мы. Не обзывайся. На это не обзывался, я забыл. Ой, блядь, ладно, я уже ненавижу себя. Справедливо. Чё, блядь, делаешь? Ладно, хорош, Сигма. Охуеть, всё. Он реально проебал Наги линию на Аксе. Как это, блядь, возможно вообще? Это же, ну, какая-то невозможная хуйня, не? Давай сотнимся аккаунтами Bounty Hunter. Берем пагу сделал. Что за хуйня? Бля, я так ненавижу этот кемп. Он такой уёбищный на хайграунде, ужас. Его не заагрить нормально. Не побить, непонятно, что там происходит. Он еще так глубоко стоит. Это просто пиздец. Охуеть, братишка, чё ты творишь, ле, братан. Как эти люди оказываются на этой порядочности, я не представляю. Как это возможно? Я Ваха Бруклина, закон клал. Мусора, блядь, всех накидал. Ты под чем-то или ты просто отсталый? Что с тобой, друг? Где ты обзываться, ты сейчас все кончено. Я не обзываюсь, я интересуюсь. Телепорт за токсично скину, ты меня отсталым назвал, это уже оскорбление. Но он понятно, по факту просто. Это очевидно факт. Да хватит. Ни один здравомыслящий человек не посчитает тебя адекватным, вменяемым или как минимум человеком. Ты что, ебанутый? Как, почему я невменяемый? Ты мне будто бы пытался обозвать или что-то переубедить. Вообще красный еблан. Сука, ты у тебя, блять, нахуй название твоего героя. Топор, блять. Что за бред? Ты чё, Папича цитируешь, долбоёб? Какого нахуй Папича? Ты ещё знаешь все цитаты Папича, блядь. Человек-топор, нахуй. Бля, ебут. Подожди, жди, я золотился. Пойдём ебать. Не-не-не. Да. Ну зато Некрофос вроде как мид выиграл. С хороших новостей. У нас какой-то урод появился на линии, парни. Кроме тебя? Да. Кроме твоей мамы, которая сидит под местом. Ого! Бля, ну это сильно. О, ты оргазм словил то, что тебя оскорбили или еще, блядь? Нет, ну просто насколько сильно ты можешь, блядь, взаимодействовать своим мозгом и высирать такую хуйню, ну... Ты с кем разговариваешь на фантом? А, со мной? Друг, ну я пришел к тебе на линию, увидел, как ты из 4 крипов, которых никто не контестил, добил 0, и я решил, что лучше я пойду в лесок постою. Все нормально. Мы победим. Не нервничай на Фантом Лансере. Все хорошо будет. Победим, я вам подсолю, парни, я вам подсолю, отвечаю. Как там? Как помадал ешь? Слово пацана, знаете, вот сериал новомодный, ну такой вот вышел. Ну и наконец-то я понял аудиторию этой хуйни. Вот она наглядно. Да я не смотрел его, ты сейчас совсем кончишь. Говорю тебе, я его не смотрел, дурак. Ну, от обезьяны ты все равно не отличаешься. Даже при этих условиях, друг, все хорошо. Но человек произошел от обезьяны. Ты пытаешься казаться интеллигентом, а ты просто ведешь себя как... Нет, друг, я пытаюсь тебе показать, что ты отсталый. В каком месте я отстал? От чего? От кого? В сравнении с тобой? Или нет, что друг, тебе в сравнении с любым человеком, который окончил сидишь, два класса. Сидишь, споришь с ребенком. Вот ребенок окончил. Ты два класса окончил? Два класса окончил умнее меня, блядь. Какое же оно ебанутое. Умнее меня в чем? Ты такое абстрактное понятие даешь, вводишь его. А потом сам что-то говоришь и утверждаешь. Блядь, что дурак, это что? За хуйня? Может быть, я умнее тебя. Сколько книг ты прочитал, да? Каких нахуй книг? Что ты несешь? Ты опять, блядь, выставляешь книг? Себя отсталым долбоебом. Пойдем, подожди, долбоеб, какие книги? Подожди, я умоляю, подойти. Закрой пиздачелу свою, фу, блядь. Сколько ты книг прочитал? Аж завань... Какие нахуй книги? Причем здесь книги и интеллект, азбуки, придурок? Блядь. Как связаны книги, что книги дают? И интеллект? А что, ты сам вводишь абстрактное так? Понятие? И вот умность, умный. Ум.
Это настолько друг, абстрактно. Я не говорил ничего я про ум. Я говорю, вот, что блядь, ты, блядь, что ебаный долбоёб. Я ребёнок двухлетний, у меня имя. Да, это правда. Да? Не ребёнок, у меня имя. Ну потому что в термине уга-буга, биба-боба, и то больше смысла в том, что ты высираешь всю игру. 10 минут я сижу, слушаю бред ебаного сумасшедшего долбоёба. Блядь, нага стоит, ну нажми кнопку, блядь. Мне кто-то объяснит, почему вражеский блядь, керри, вместо того, дазом, чтобы играть в доту, по всей карте блядь, за мной блядь бегает, блядь. Ладно, на БХ, прости, прости, зря напиздел, я только что подумал, что он мог дать крест, я извиняюсь. Объясни, в чем смысл 4-5 пост кентавра, ну кентавр это герои. Он идет на какую-то давай, позицию, давай, что-то давай, ну, делает, если кратко. Ну зайди по тавр, блядь. Прости. Опять напиздел зря получается. Блять, ну ебана. Криса. Три ну, урона крысы, ба пиздец. Сможешь прыгнуть? Да тут вижен стоит, блядь. Да ничего, просто ересь скипните мне, всем полезно. Долбоёб отсталый. Господи, блядь. Ебаный придурок. Давай убьём. Там вся команда сейчас будет, кого мы убьём. Ты видишь, он уже зазл по вардам идёт. Короче, у нас Сикер 304, Нага фрифарм, Слардар фрифарм, все линии въёбаны. Замечательно. Игра будет интересна. Ну вообще на виспе я в этот пик не могу играть. У нас только раз фишка. Сейчас бустернула на пацан. 10. Поэтому не особо. Выгоните, выгоните. Выйди на меня. Замедлю, замедлю, замедлю я. Да у меня нет топора, я вдавил его криво. Побеги в них на аксе. Понял. Покилю. Блять, сикер с метеор хаммером. Что за хуйта? У меня нету маны, нету маны, нету маны. Прыжок даже нету маны. А какой нахуй прыжок? Так, сломай меня. Какой, блять, прыжок? О чем он? Они все сумасшедшие! Куда он прыгать собрался, блядь? Акс Жумпскари, это пиздец. Бля, ну как будто бы без госскипетра в этой игре я не могу существовать вообще никоим образом. Ну мне как будто бы очень. Можем в тройку зайти? Как будто Слабдар бы, здесь, пиздец, блядь, прыгни нужен на него, ты его убьешь. Хотя, бля, Шиву куплю. Бля, здесь ну Шива нужно такое перенерфленное дерьмо. Парни, не хочу куда-нибудь еще выйти. Брат. Маны залей, маны, пожалуйста, друг. Спасибо. Замедлил. Нормально. Пойдем Т2 сломаем. Крипы видишь где? Мы сломаем. Вот там, на этой пизде. Все успокоились? Проспрашиваю. Да вроде все и были спокойны. И он Нагова тут где-то фармит, но не тут, вот просто отделение. Я вижу, вот, бля, не-не-не-не, Нагова вот. Бля, нихуя ты ушел. Че, можем под нашим виженом подраться, парни? У тебя герой мертвый. Это их часть карты. В прямом смысле, типа героя мертвого. Что еще раз? Героя мертвого тяга. Не понял. Бля, тиммейт у тебя сдох. Да и похуй. Тогда дерись. Да убью Акса, у этого убью, убью. Нет, я без... Ташон, я выхожу на базу, нету хп. Да ташон, ты убьешь их всех, дерись, придурок. Бля, это ужас. Ладно. О, 300 хитпоинтов было до ролей. Друг, у тебя была половина хп пула, и я тебя захилил фуллово. У меня было 300 хитпоинтов.
Ладно, твое право. Ты не хилял, реально? Ты не хилял? Все хорошо, друг, все. БКБ прожал, я ушел, но мне не было твоего дизеля. 9 секунд БКБ было, я просто сам же дал. Все правильно, не важно. Да, ты не можешь предоставить доказательства, аргументы. Какие нахуй доказательства? Не буду тебе ничего доказывать, придурок. Тогда все не пизди. Все тупой. На виспе, если я смог нажму, мы сможем что-то придумать? Я к тебе что-то проснусь. Ко мне не надо. Я нарела, если что, прилечу. Не надо со мной играть. Бля, понял. Короче, я вывижен подраставлю. Пизду, я все равно нихуя здесь делать не могу. Очень хуёвый герой в меня. Блин, Тараска перенесла. Ладно, покупать пить когда не могу. Есть смысл вообще ее покупать? Титик. Не очень. Сколько, 100 раз нерфили уже. Я подхожу на Акс. Хороший нейтралк. Так, у меня теперь хотя бы есть 40 армора. Теперь я не сильно боюсь их пика. У тебя если есть на нее труса, нет, ну тогда похуй. Что еще раз? Да, забей, забей. Да я просто не понимаю, что ты говоришь. Есть на нее что-то там. Трусает, я сказал, забей. Она ушла уже. Мы бы ее не убили. Но под ней Слардар еще стоял. Вот, Слардара можем убить. Бля, поразительный игрок на Аксе. Точно на БХ заткнись, я так подумал. Чё ты сидишь, блядь, сдохнул, когда он по вражескому лесу. Нахуя он сам себя дамажить начинает? Он совсем конченый, блядь. Вот мы можем здесь тавр сломать? Тавр здесь можем сломать? Да мы в целом можем пойти просто троном снести уже. Напрямую. Если вы в пятером соберетесь. А вот здесь на кстати, на тебя прыгнула эта тварь, она тебя видела? Она да, тебя ну, с... она вот тут стояла, вот отсюда, с луганды, да. Тут тварь где-то стоит. Игрок в доту, умереть очень хочет. Чё, пара, я один выиграю, да? Ну ладно. Поразительно. Я пытался тебя засеять. Бля, я думал, тебя хилить надо. Бля, не в ту... Крыса что-то АФК в тильте стала. Ну, с Тараской я бы эту хуйню, наверное, пережил. У меня просто 100 героев хуярят. Отчаянные. Меня просто запиздярили все вражеские команды. Крыса крадется. Да, это он. Я ульдам. Чё, блять? Я не понимаю, мне не засчитывает, когда я ульт даю? Я не успею, да, блять, я тизер порвал. Но пока я живой. А, ладно. Чё, парни, мы бежим на виспе. Мы бежим, мы тут. У меня лотс есть. Тут вот герой. Мне не пробивает вообще. Он там у ноги пустой инвентарь, у меня урона нет, на Тараску купила. Была бы там какая-нибудь бабочка или скади вместо Тараски. Я бы умер. Короче, сзади, если что, все кнопки дам. Бля, нереально, как крипы агрятся просто на ближайшее строение. То на Т4, то на это. Блять, сумасшедший. То на Т4, то на унитазы. Почему она у тебя не скинулась? Потому что, если главное убить юнита. Ну, а если это как там крип, то тоже мне все. Остальное... Главное убить юнита.
Пизда там минус армора, у меня если что больше 40 ракетов по дефолту. Ладно, крыса надежнее тиммейта. Этот еблан каждую секунду тизер ловит. Без середки нечем меня убить. А, Рандал. Не везет. А, нас тут двое. А, нет, Акс просто АФК стоит. Ты что думал, нас тут больше, чем я? Чё, у нас тут был смысл? Дерись, ты убьешь всех на Аксе. Просто бей героя. Блять, я не смогу порвать. Отойди, я не смогу порвать. Ладно. Я не мог отойти. В смысле, не мог, блять. Стоит АФК на месте. Не мог отойти. Пиздобол. Сон же был. Так он был в БКБ. Кончилось, но он до этого мог отойти. До того, как оно кончилось. Похуй на него. Пошли просто трон сломаем, пожалуйста. Спасибо за игру. Да, за игру. Почему в Last Epoch не играешь? Друг, ты ебанутый, вы конченые, вы больные, вы сумасшедшие, вы реально ни разу в жизни монитор не включали? Что с вами в чате? Что с вами? Что? Пожалуйста, нажмите справа снизу, скорее всего, на мониторе кнопочка. Там может быть не только черный экран, там иногда еще какие-то символы. Бывают. Картинки какие-то меняются, еще какие-то приколы. Там пиздец. Лесной инвокер побелка. Шрифт мелкий. Вы что, ебанутые совсем? В смысле мелкий? Это даже не на весь экран. Посмотрите, какие здоровые буквы. Вот так надо стримить или что? Сумасшедшие.